Всем привет! С вами я, Киборг. И сегодня, так сказать, я ничего не буду делать. Я расскажу вам о моей просьбе. Дело в том, что вы, наверное, смотрите многие каналы. На некоторых каналах снимают сериалы. Дело в том, что я тоже хочу снять сериал. Мне не хватает для этого людей. Если вы поможете мне, то я буду вам очень благодарен. Дело в том, что у меня друзей нету времени. Может сказать, тоже нету. Так что если у кого-то есть сериал, то, пожалуйста, тоже напишите мне в комментариях. Сейчас на своих экранах видите кого мне, сколько людей мне нужно и кого. Набор берется с 12 можно, ну, как с 11, смотря, если у вас не будет, если вот нужны хорошие микрофоны, время, также много кропотливой работы. Дело в том, что я действительно надеюсь на вашу помощь. Скайп будет в описании. Добавляйте или пишите мне свой скайп, я добавлю вас. Ключевое слово будет, ну, вы когда добавляете меня в скайп, пишите в комментарии сериал. Даже если вы не подписчик, то все равно я надеюсь на вашу поддержку. Надеюсь, что вы поможете мне в этом деле. Ну, я думаю, вкратце расскажу, в принципе, чтобы вы, если что, бы не читали, сколько мне нужна высокая народа. В месяц мне нужен примерно человек 19. Мне нужно как минимум две девушки. Остальные могут быть мальчики. Потому что, ну, не мальчики, пацаны. Потому что, может, даже и больше. Потому что если у вас есть сервер, то нужны плагины. Снова у меня сервера нету. Делать не получается, потому что не умею открывать порты, к сожалению. Если я научусь это сделать, то я сразу все это сделаю. Конечно, установлю плагины. Так, увы. Ну, думаю, что вы поддержите меня, и рано или поздно, если вы этого хотите, конечно же, то вы отзоветесь. Все это я делаю до сегодняшнего дня, когда вот я это выложу. И набор будет идти вот каникулы, и после каникул еще одну неделю будет идти набор. Если не наберется хотя бы 15 человек, то, к сожалению, этот проект придется отменить. Если вы очень хотите, но не можете, либо у вас есть какие-то проблемы, то пишите в комментариях. Если есть вопросы, опять же в комментариях. Ну, на этом, думаю, в принципе, все. Если что, карта уже есть, приготовленная. Так что все зависит только от вас. Если вам
не хочется этого проекта. Также пишите в комментариях, что мы не хотим сериал. Если же хотите этого проекта, то вопросы всем тоже в описании. Ну или по скайпу можете писать. Что требуется? Требуется выносливость. Если что-то не так с нервами, то это не к нам, потому что там будет, думаю, очень много. Нужно будет времени. Второе. Микрофон, который не шипит, когда вас хорошо слышно. Но если у вас очень громкий микрофон, то я буду вам говорить сделать потише. В-третьих, нужно понимать, если что слушается меня, чтобы не возникло недопонимания бы. Во-вторых, чтобы не было посторонних звуков. Если будут посторонние звуки, то тоже это будет очень плохо. Но также, если вы меня научите умение, если кто-то из севера, то я буду очень рад. Если кто-то умеет делать, скажите просто мне, как это сделать. Я в YouTube смотрел, у меня не получается. К сожалению. Я надеюсь, что вы поддержите меня в этом проекте. Опять же, повторяюсь, от волнения. И поможете мне не отличаться от других. Просто действительно, я иногда смотрю сериалы. Конечно, я пытался с другом снять сериал, но толк из-за этого вышло немного. Он не был посторонний звукер, и он постоянно не слушался меня. Проект пришлось отменить. Вот так, дорогие зрители. А на этом я заканчиваю. Со своей новой собакой. И поэтому всем спасибо. Надеюсь, что вы меня поддержите. Очень умоляю вас об этом. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.